Приветствую вас, дорогие зрители на канале Михалыч Тупи Геймс. Мы на аккаунте Михалыча, и я решился все-таки залутать дискету с координатами. Ну как сказать-то залутать? Сначала ее нужно активировать, потом получить координаты. И только по этих координатах мы получим место, где появляется очень крутой ящик. У меня есть довольно-таки небольшое, но достаточное количество монеток. И я хотел бы с помощью этой дискеты получить простой или зараженный ящик. То есть, если даже зараженный, то мы его с легкостью откроем. Ну, выезжаем на глобальную карту. Но это еще не все, что хотелось бы показать вам в этом видео. И, наверное, самым основным таким сливками этого видео есть маленькая инфа, которую хотел бы донести, пока наш персонаж передвигается в бункер. Помните ли вы, ребят, вот такой вот видосик, где парень в броне спецвойск с ВССом пробегает сквозь большущий, огромнейший, ребят, странный кокон? Я обнаружил еще одно видео, где этот кокон показан во всей своей красе, и я даже сразу с радостью решил поделиться этим кусочком нарезки с вами в этом видео, ребят. Чарли убита, значит, угроза миновала. Гнить бы ему на песке, но военные, как обычно, всюду суют свой нос. Конечно, они нам помогли расправиться с Чарли, но добром это не кончится, ребят. Зачем же им Чарли? Да, они нам помогли убить его с помощью вертолета, и нам как бы намного легче это было сделать. Также я заметил на заднем плане вот эти вот коконы. С чем это связано? И, кстати, разрушенные стальные стены. Давайте еще разочек пересмотрим это все. В принципе, это очень круто, то, что стальные стены разрушены, то, что Чарли еще не мертв. Знакомство с военными и все остальное. Чем дальше в лес, тем, как говорится, больше дров, но тем не менее... Интересно же узнать, что будет дальше. Что нам придумают во втором сезоне? Ну, а что по этому поводу думаете вы? Вы видите разрушенные стальные стены. Жесть, ребят. Мы прибыли на место дислокации. Конечно, прикольные эпизодики. Интересно, что с Чарли сделают военное. Конечно, тоже хотелось бы узнать, ждет ли его вообще обновление. И какое именно, на ваше мнение, должно быть обновление? Это сезон 2 или все-таки какие-то новые локации, ивенты, ну и все остальное? Конечно, я уже заждался АТВ. Итак, давайте пароль посмотрим. 37275, я это увидел, конечно, пароль Фабио написал, один из участников клана. 37275. 37275. Отлично иметь, конечно, клан. Немножечко можно спросить, если что-то подзабыл. Ну и отправляясь в бункер, просто элементарно подсмотреть пароль. Фу, я с нетерпением жду второго сезона и намерен купить даже полное прохождение, попробовать пройти все миссии. Как говорится, кинуть себе маленький челлендж. Интересно, а вы покупали вообще первый сезон? Я что-то хотел, но как-то посмотрел на задание, подумал, что это, ну, чересчур сложно. Хотя потом уже под конец, я думаю, может быть и купить, но... Потом уже подумал, что не успею выполнить такие сложные задания. Очень мало времени осталось. Так, давайте сразу же активируем дискету в терминале. Ждем с появления координатов. Ну и по плану у нас теперь появилась локация на глобальной карте, в которой мы можем залутать ящик. Про обновление можно говорить вообще бесконечно. Я жду АТВ, может быть, это АТВ будет отправляться, ну, куда-то в какие-то неизведанные части карты.
туда, где вообще невозможно проехать, пройти. Ну, не зря же он вездеход, правильно? Везде ездит. Может, это будет бункер какой-то недоступный. Может, это будет локация, где возможно будет фармить крутые ресурсы. То есть, ясень. Не знаю, что мне вообще нужно. Нужно в игре вот добавить бы место, где можно добыть порох. Да, то есть, чтобы достаточно без проблем крафтить все. Ну, вольфрам, наверное, тоже было хотелось. То есть, вольфрам и здесь. Ну, и, конечно, ясеневые доски. В идеале было бы титан. Ну, понятно, что сразу и все нам не введут. Но, как говорится, накидал то, что хотел бы увидеть в обновлении я. Броня крутая. Конечно же, доски. Конечно же, оружие. Доступ к оружию. Даже пускай оно добывается не так уж и легко. Мы уже привыкли, что сталь... Вроде бы и распространенный ресурс, но добывается очень тяжело. Поэтому, ребят, я представляю, как будет тяжело добыть титан. Ну а пока что запасаюсь именно железными слитками. Я так понимаю, что без какой-то помощи добраться к этому месту будет очень тяжело. Забыл заправиться. Надеюсь, что без проблем таки. Без просмотра рекламы, или, наверное, купим мы все-таки энергию, отправляемся на локацию. Дискета с координатами уже даже успела всем поднадоед, потому что она надоела из-за того, что я посмотрел по просмотрам прошлым, я открыл сразу три дискеты и увидел, что просмотра практически не было. Сейчас мы посмотрим. Ребят, напишите тоже в комментариях, открыть ли мне на всех четырех аккаунтах дискеты с координатами. То есть активировать ли дискеты с координатами и открыть крутые ящики. Сразу с четырех аккаунтов и оценить лут. Лут в бета-версии 1.14.1. И потом сразу же открыть их в 1.14.2. Надеюсь, это обновление не за горами. Потому что даже то, что разработчики там пишут, что мы там били то, били это. Все равно мы заметили, что некоторые виды ресурсов в ящиках меняют. Нашел где-то 5, кстати, ящик не зараженный, 5 дискет. То есть активировал, залатал 5 ящиков дискет с координатами. И получил, ну, не самый такие айс лут. То есть реально какой-то отстой. Но надеюсь, что это сейчас все исправится. Может быть, это просто была черная полоса. Итак, можно ли назвать дробовик и глок хорошим оружием? Получение именно с этого. Кстати, можно получить очень редкие узоры здесь. Укороченный ствол у меня такой имеется. Стопроцентный шанс найти в C4. Это, то есть, активировать дискету, залутать и прийти сюда, открыть этот ящичек. Фух. Ну что, вроде все. Единственное, что хотел еще попробовать, это перезайти в эту локацию. По-моему, что-то не хватает. Наверное, самые такие заядлые игроки сразу же поняли, что не пришел щенок. Именно за щенком хочу вернуться. Да, это еще работает. Раньше, конечно, работало намного круче. Раньше можно было щенков находить на гуманитарном грузе. То есть перезашел локацию, посмотрел, нет щенка, перезашел еще раз. Нету щенка. 10-й раз перезашел, а щенок появляется. Даже на залутанном гуманитарном грузе. Я не знаю, работает ли вот эта вот штука. Тоже очень интересно мне, работает ли вообще. Но я вот проверяю на, как говорится, пальцы в небо тыкаю. Пробуем. Раньше работало. Посмотрим. Ну, вроде бы, если щенок бы был, по-моему, он бы сразу показался. Никаких признаков щенка. А ведь должен быть щеночек. Может быть, какие-то другие манипуляции нужно сделать. Если вам известно, напишите, ребят, в комментах. И, кстати, только два зомби. Это очень-очень странно. Самое главное, спасибо вам большое за то, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Также, если нажмете колокольчик, не пропустите следующих выходов роликов. Ну и комментарии. Постараюсь каждому ответить и пообщаться с вами на любые темы в комментариях. Так что пишите, не стесняйтесь. Всем пока, удачи и увидимся уже в следующих видео.